Паровозик из Чагинтона, Уилсон. Достаточно большой паровозик, ярко-красного цвета. В длину этот паровозик 24 сантиметра и в высоту около 12 сантиметров. Паровозик выполнен из качественного пластика, без острых углов, и поэтому малышу будет безопасно играть с таким паровозом. Дверки у него не открываются. Очень добродушная мордашка у этого паровозика. И сзади есть крепление, можно присоединять какие-то вагончики, составы, делать длинные с этим паровозиком. Также в комплекте есть большой пульт на радиоуправлении. Этот паровозик, пульт большой, удобно держать в ручках будет малышу. И удобно также пользоваться вот этими кнопочками. Кнопочек две. Паровозик может кататься вокруг своей оси. Поворачивается он только налево. И может двигаться прямо. Паровозик большой, и ребеночку также будет его удобно переносить. Паровозик может сам кататься без пульта. Инерционного механизма у него нет. А когда он работает от батареек, у него загорается такая вот лампочка. Пульт также выполнен из пластмассы. Такая вот пластмассовая длинная антенна, чтобы ребеночек ее не согнул. Выполнена из такого удобного, толстенького такого материала. И долго прослужит. А в пульте. Пульт работает от трех пальчиковых батареек. И сам паровозик тоже работает от трех батареек. Очень интересный паровозик, с которым можно обыгрывать различные сюжетно-ролевые игры вместе с ребенком.